Да, я Аудерсен Скайтес, прошел дистанционный тест ПРК-1У. Могу сказать, что увидел те мысли, которые мне были нужны, которые я сделал, управлял и концентрировался. Перед включением аппарата были такие мысли, которые саму себе было тяжело понять, и видел те образы, которые мне мешают, и понял, что это значит. А после включения этого аппарата, ПРК-1У, перед моей белой сферой показывался белая спорнджинка, которая мои все неосознанные мысли удалила и поставила мне точку, которая мне нужна в данном моменте насчет управления и задачи. В будущем плане видел белый свет с мужчиной, который с синим платьем. Думаю, это хорошее управление и мое видение. Спасибо вам большое.